Travelers in Dubai will soon be able to enjoy scenic routes with the addition of aerial vehicles to the public transport network. Commuters in Dubai will soon be able to move around the Emirate without having to worry about traffic while enjoying panoramic views of the city aboard futuristic skypods. Здесь, под одной крышей, собрались энтузиасты, объединенные весьма необычной идеей. Проект века, так назвали ее многие ученые. Вот здесь поверх эстакады, то они нет, а здесь, ну, в упрощенном масштабе один к одному, показана эта путевая структура, которая выведет миллионы тонн газопроса. И выплавив сталь там, мы получим сталь, свойства которой будет в десятки раз лучше, чем на Земле. Данная концепция, фактически это первая концепция, ну как бы сказать, она экогенна. Специалисты же называют его струнным модулем, потому что рельс, по которому он движется, всем добрый вечер. Как слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Добрый вечер. Как слышно? Отлично, Елена, спасибо. Ну, рад. Сегодня у нас среда, 11 ноября, 11-11. Спасибо. Виктор, немножко добавь звук, потому что у меня стоит на максимуме. Рад всех приветствовать. 11-11-2020 года. Сегодня особенный день. Вот. Ну и в очередной раз мы проводим нашу встречу специально для белорусов. Это у нас еженедельные такие встречи, на которых мы рассказываем про самый-самый масштабный проект, стартап в Беларуси, ну и, можно сказать, в мире. Вот. Рад всех сегодня приветствовать. Вот. Ну и давайте, наверное, сегодня план такой примерно. Мы сейчас посмотрим презентацию. Ну, я быстренько пробегусь по слайдам. Вот. И в конце у нас дадим слово нескольким нашим инвесторам, которые поделятся, в принципе, своими впечатлениями, почему они решили поддержать этот проект. Вот. И рассмотрим интересный слайд по юридической схеме. У нас просто количество вопросов по юридической схеме с течением времени не снижается, то есть людям это интересно, но это такая тема немножко, может быть. Меня прежде чем начнем рассказывать про Данфор. Олег. Меня зовут Алексей Наумович, я инженер-программист по образованию. Слежу за данной компанией с 2014 года, активно слежу, активно поддерживаю, помогаю, продвигаю как могу. Вот. И, собственно, на моих глазах данная компания, она, в общем-то, растет. Растет, вот как ребенок, вот, которому уже 6 лет. Вот. И очень приятно видеть, как все это появляется, воплощается в жизнь. Шадат, спасибо. Активно участвую, активно везде мы стараемся быть. Вот это слайд из сентября со встречи в Мариной Горке. Здесь присутствуют наши белорусские инвесторы. По центру вы видите Анатолий Дорович Юницкий со своей супругой Надеждой Костревой, Владимир Маслов, наш член правления. Вот, в общем-то, такой вот дружной компанией были в сентябре. Смотрели еще одну программу Анатолия Дорович. Ну, Анатолий Дорович, это уникальный человек, поэтому у него это как бриллиант, который можно очень долго рассматривать, очень долго. Он и с каждым разом вроде вот смотришь, но все равно каждый раз появляются какие-то новые грани. Вот. Итак, каким видели транспорт наши предки? Вот 100 лет назад рисовали примерно вот такие вот картиночки.
Но уже тогда люди задумывались о том, как ну, естественно, задумывались, каким образом будет функционировать транспорт в будущем. И они предполагали, что через 200 лет, то есть это где-то в 2100 году, ну, будут вот такие вот транспортные системы, когда мы, ну, люди снизу по земле, ну, на всевозможных автомобилях, а сверху такие вот какие-то волшебные поезда. Вот, и в принципе они были довольно близки. Вот, поэтому, ну, немножко ошиблись со временем. То есть не 200 лет прошло, а буквально 100 лет. Вот, и мы уже к этому очень плотненько подошли. Проблем в транспорте достаточно. Вот, и в принципе, вот если посмотреть на эти слайды, то видно, что пробки, аварии, а звук отсутствует. Лилия, поставьте, пожалуйста, остальные, у кого как звук по 10-бальной системе. 10-10. Лилия, настройте, пожалуйста, с вашей, там, может быть, добавьте у себя. 10, у Рашида 7. Может быть, тоже зависит от интернета, зависит, поэтому, ну, давайте уже, если где-то буду пропускать, через какое-то слово вот будет пролетать, то уже суть, я думаю, уловите. Итак, проблемы в транспорте, они есть, и они назрели, и они уже очень давно, и их нужно решать. Вот, до сегодняшнего момента их пытаются решать всевозможным методом, делают там развязки какие-то большие, пытаются выходить на второй уровень, но пока все это неэффективно, и пока мы сталкиваемся с этим ежедневно, с этим проблемами ежедневно. То же самое касается и грузовой сферы. Контейнеры вот в портах стоят, вот видите, огромный порт, эти контейнеры нужно вывозить. Вот, вывозить это сложно. Есть множество примеров в Европе, как обходными путями, казалось бы, там расстояние там 100 метров, а обходными путями эти контейнеры там везут сутками. Вот, поэтому тоже проблема в транспорте такая есть. Вторая, следующая проблема – это безопасность на дорогах. Кто-то борется у нас со снегом, ну, в частности, северные страны, кто-то борется с песками, это более южные страны. У кого-то паводками смывает мосты. То есть проблем много и очень много. И все в основном связано с тем, что дороги располагаются на поверхности земли, где попадают все и осадки, вот, и ну, все проявления, которые природы у нас существуют. Помимо того, что у нас пробки и опасность на дорогах, еще транспорт – это один из самых деструктивных факторов в принципе на экологию. Выхлопы. Вот самая беда – это выхлопы в городе особенно. 90% всех выбросов в атмосферу дает именно транспорт. Помимо этого случаются всевозможные катастрофы, там разливы нефтепродуктов, то есть очень, очень много пагубных факторов, которые дает транспорт и все на экологию. Вот примерчик тоже такой очень яркий, он немножко уже не актуальный, вот, но тем не менее видно, как вот паровоз коптит и в небо выбрасывается огромные столпы пыли, дыма, гари и прочих веществ. Ну и многие думают, что перейдя, ну, как я уже сказал, пытаются эти проблемы решать, в том числе пытаются решать с помощью электромобилей. Вот. Но электромобили, да, они будут коптить в городе меньше, но тем не менее на выработку электроэнергии тоже требуется, чтобы электроэнергию получить. Вот. Ее нужно сжечь, там, уголь, например, где-то в другом месте. То есть будет коптить все равно, но как бы просто в другом месте. Ну, с точки зрения, может быть, горожанина, оно будет немножко полегче. Итак, большой расход энергии. Да, помимо тех вышеперечисленных проблем, еще и большой расход как при эксплуатации, так и при строительстве. Вот, допустим, чтобы построить просто дорогу, как мы видим вот на слайдике слева, построить дорогу, это надо вырубить лес, это нужно убрать плодородный слой почвы, это нужно сделать подушку. Вот как тут видно, тут она несколько метров подушка из щебня, песка, асфальта и прочего, и прочего. То есть это огромные затраты, это огромные по времени. Дороги строятся у нас очень долго. Если это в горах, тут еще хуже. Получается, все эти нужно где-то прорубить в скале проезд. Где-то все это, то есть это очень дорого строится и очень сложно. Пытаются, да, мосты, конструкции очень массивные, дорогостоящие. И все это очень неэффективно. Вот. Это тоже интересный пример. 100 лет назад в Германии сделали такую дорогу. То есть уже, в принципе, тогда начинали задумываться о транспорте, который бы ходил над поверхностью Земли. Не по поверхности, а над поверхностью Земли. Это тоже вот китайский тоже вариант. То есть вариантов здесь видно канатные дороги. Иногда нас путают с канатными дорогами, но тут разница колоссальная. То есть немножко позже сейчас поговорим об этом.
Ну и приступим. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это сказал генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот. И на следующем слайде мы видим легкий, воздушный, быстрый, современный, красивый транспорт, который уже есть. Если мы 6 лет назад мы говорили, что это будет строиться, то сейчас уже это есть. Уже на этом ездили. То есть я лично ездил, ездили многие мои знакомые. То есть это уже функционирующий транспорт, который уже действует. Иногда, и называется этот транспорт струнным транспортом. То есть подобно вот гитаре, как струна натянута над поверхностью земли, так вот и здесь. Вот. Но тут не просто струна, а струна, вшитая в специальную конструкцию. То есть иногда думают, что ну, какой-то там у вас рельс, струна там какая-то там непонятная болтается, и, то есть гитара и так далее. Но это не просто струна, это целая конструкция. Это по виду и по размеру похоже на железнодорожный рельс, но внутри в нем находятся струны, которые позволяют рельс сделать легче, длиннее, прочнее и в том числе сохранить его гибкость и простоту в эксплуатации. И получается вот такие вот ажурные, красивые на фоне неба. Вот отсюда и пошло название SkyWay, небесная дорога. Очень красивые, элегантные дороги, легкие, эффективные. И, в общем-то, тут тоже фотография из экотехнопарка. Струнный принцип, он известен давно. Использовался он при строительстве мостов. Вот, поэтому, ну, в принципе, струны много где и в железобетонных конструкциях они используются. Ну, то есть это, в принципе, ну, много где используется. Ну и очевидно, что само построение дорожного полотна над поверхностью земли, оно обладает очень рядом преимуществ. То есть нам не нужно срезать горы, нам не нужно засыпать ручьи, нам не нужно обходить все эти препятствия, которые есть на земле. То есть мы просто делаем вот такие вот анкерные опоры, сверху натягивается струнный рельс, и транспорт легко, непринужденно едет эффективно на втором уровне, не мешая ни людям, ни природе, ни животным, а стоит сверху над землей. Конструкции бывает несколько, бывает вот такая легкая, сверху мы видим, бывает провисающая, как видно снизу. То есть везде разные у нас есть задачи, где-то нужно перейти через овраг, где-то нужно проложить дорогу в городе, где-то нужно построить междугороднюю. Транспорт способен развивать скорость от 100 км в час до 500 км в час. Естественно, вот на нижней конструкции 500 он не будет ехать, потому что многие путают, как так, у вас будут американские горки, горок не будет. Там, где у нас провисающая структура, там будет скорость, соответственно, до 100 км в час. Речь про 500 км в час ведется вот по центру, мы видим ферменную структуру, такая, это второй. И здесь действительно, да, тут может быть скорость, тут идеально ровная поверхность, может быть достигать скоростей до 500 км в час. Это фотография из экотехнопарка, фотография, да, реальная. Это тоже. Вот, кстати, мы видим здесь вот эту ферменную структуру, где на нижнем уровне едет городской транспорт, на верхнем уровне идет высокоскоростной транспорт междугородний. Вот. И в случае, допустим, если мы движемся из Москвы в Минск, то станция пересадки, мы приезжаем на конечный пункт, станция может быть довольно компактной, вот мы спустились с третьего этажа на второй, сели на городской транспорт, и он нас повез уже туда, куда надо, вот там стрелочные переводы, то есть все это очень может быть хорошо функционирует. Автор всего этого прекрасного транспорта Анатолий Эдуардович Юницкий, вот он посвятил транспорту всю свою жизнь, начиная со школьной скамьи. С 1977 года занимается он этой разработкой. Вот. И, собственно, сейчас уже время пришло. Вот время пришло, и появились технологии, которые позволяют все это реализовать. И, собственно, мы видим результат в Мариной горке. Он за свою жизнь написал огромное количество книг, монографий, патентов есть. То есть всевозможно, все продумано. И в том числе струнные транспортные системы можно внедрять как на Земле, вот так и в космосе. Эта книжка, кстати, про это тоже рассказывает. Еще одна фотография красивая. Отдельное внимание уделяется аэродинамике. То есть здесь, как мы видим, идеально обтекаемая поверхность, коэффициент
аэродинамическое сопротивление в 10 раз, лучше, чем у обычного автомобиля. Достигается это не только обтекаемыми формами, но и тем, что поднимается конструкция над землей. Вот, и как видно, здесь идет равномерное распределение воздуха. Так что это один из таких важнейших факторов. Зависимость от назначения может быть всевозможными, там и до 14 человек в кабине, может быть 6 человек в кабине, может быть скорость 100 км в час, может быть 500 км в час. То есть все зависит, в принципе, от тех условий, в которых будет внедряться данный вид транспорта. Иногда спрашивают, вот вы тут перемещаетесь над землей, а не свалится ли вдруг ваша кабинка? Вот, отвечаем, что не свалится, потому что есть специальные вот такие вот противосходные системы, вот, которые держат подвижный состав ровненько на рельсе. Никуда он не денется. По эффективности можно вот, просто еще раз то, что выше было перечислено, вот такая диаграммка. По капитальным затратам Skyway, он зелененьким обозначен, он у нас наименьший. То есть мы увидели, какие ажурные легкие конструкции, соответственно, финансирование на них нужно меньше. Эксплуатационные расходы тоже меньше, то есть не нужно чистить листву, не нужно чистить снег, не нужно чистить, не нужно латать дыры ежеквартально. Вот это тоже по эксплуатации, это очень низкие затраты. По расходу энергии, так как кабинки, они легенькие, маленькие, то и расход, соответственно, меньше намного. Пропускная способность может быть самой большой. Почему? Потому что этот транспорт полностью автоматизированный. Можно пускать кабинки хоть каждые 2 секунды, то есть ну, самый минимальный интервал движения, то есть каждые 2 секунды может идти кабинка. Каждые 2 секунды. Таким образом, пропускная способность может быть даже больше, чем у там, Минского метро, либо Московского метро. То есть, вот, ну, это все это настраивается. Загрязнение окружающей среды, естественно, тоже минимальное, потому как это электротранспорт, который потребляет минимум электроэнергии, и эта электроэнергия берется в том числе и от солнечных батарей, поэтому загрязнение тоже минимальное. Транспортная аварийность на минимальном уровне, то есть просто подняв транспортные пути с земли, с поверхности земли над землей, то есть исключив столкновение с людьми и животными, мы во много раз понижаем транспортную аварийность. Вот если, к примеру, ежегодно на автомобильных дорогах гибнет больше миллиона человек, то в авиации, к примеру, тоже самолеты летят там над землей, вот, в порядка 800 человек в год, то есть миллион человек и 800 человек. Так вот, Skyway будет еще ниже, чем 800. Почему? Потому что, ну вот, если самолета что-то с двигателем, понятное дело, что самолет падает и погибают все. Вот, если с двигателем что-то случается в Skyway, ну, транспортное средство просто останавливается на рельсах, и люди благополучно спускаются на землю. Вот таким образом, этот транспорт можно назвать самым эффективным в мире из всех когда-либо придуманных. И сейчас этот транспорт уже практически реализован в Беларуси, в Марьиной Горке. И сегодня мы это посмотрим чуть позже. Это тоже несколько видов подвижного состава. Легкие, побольше, поменьше, скоростные и так далее, и так далее, и так далее. Целая линейка транспорта. Грузовые решения, в том числе для контейнера перевозки. Для многих было удивлением, как так. Ну, вот, контейнеры, они же такие тяжелые. Как их, каким образом... Каким образом они будут перевозиться, то есть это же очень тяжело. Ну, все сейчас, вот, в том числе контейнерная будет строиться. Несколько слайдов, картиночек. Сертификация, естественно, так как это транспорт и он будет возить людей, а не дрова, то все нужно сертифицировать, все нужно проходить всевозможные проверки, максимум тестов, максимум, то есть, и все это делается, естественно, делается, ну, можно сказать, ежедневно. Огромное количество патентов, дипломов, патенты, причем на разные страны, на разные континенты, так как это интеллектуальная собственность, она должна быть защищенной. Ну, бывают, естественно, факты, когда копируется незаконно какие-то разработки. Вот все здесь защищено патентами. Это одно из зданий, которое находится в собственности у ЗАО «Струнные технологии». Работает уже в компании больше 1000 человек. То есть иногда спрашивают, что там, ну, сколько там работает. Больше 1000 инженеров сейчас уже трудится на благо на созданием данного транспорта. Это производственный сборочный цех.
где уже собирают мелкосерийные партии подвижного состава. Тоже находится под Минском. Да, Николай, запись ведется. Вот, так что, ну, в любом случае, Николай, у нас встреча будет проводиться теперь каждую среду. Вот, поэтому, если кто-то не сможет сегодня посмотреть, посмотрит в следующей неделе. Вот, либо можем уже общаться как-то в перерывах персонально. Это экотехнопарк. Фотография сделана в 2019 году. Здесь видны все трассы, которые уже были построены. Тут их уже 5. Вот на настоящий момент уже их 7. То есть строится 6-я и 7-я трассы уже в процессе строительства. То есть, по сути, уже 7 трасс реализуется в Беларуси. Еще несколько красивых фотографий из экотехнопарка. Вот. И дальше идет интересный наш ход истории. Это проект в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть на протяжении... Лилия пишет, что у нее что-то со звуком. Лилия, ну, не знаю, чем вам помочь. В принципе, люди слышат. Вот. Ну, наверное, будем запись смотреть. В общем, на протяжении 2014 года по 2018 год все строительство велось в Беларуси в экотехнопарке. Вот, если взять, в принципе, как стадию развития любой компании, можно сказать, что первые 2 года это идет стадия стартапа. Там первые там, год, два. Второй этап – это идет этап первого успеха. Так вот, строительство в Объединенных Арабских Эмиратах, которое сейчас ведется, это, можно сказать, уже первым успехом. То есть это первые заказчики, которые увидели нашу технологию и решили применить ее у себя. Естественно, они сказали, что ну, у вас там климат, наверное, более мягкий, европейский, а давайте-ка вы покажите, как это будет действовать у нас. У нас здесь пески, у нас здесь соль, у нас здесь ну, совершенно другие климатические условия, жара. Вот, постройте у нас, то есть, а получится ли здесь. Ну, Анатолий Дарович Юницкий решил показать, доказать, что да, это будет работать хорошо, без запросов, сделаем у вас, протестируем, все покажем. Вот, и, соответственно, в Шарже сейчас происходит тоже очень активное строительство, и мы сегодня посмотрим небольшое включение о том, как все это происходит. Вот несколько фотографий есть, уже это все, как все это было. В прошлом году, кстати, год назад, в ноябре катали местного шейха. Вот, стройка, естественно, продолжается. Вот, и сегодня посмотрим, куда мы зашли. Я думаю, что мы, наверное, прямо сейчас посмотрим, чтобы уже не откладывать на потом. Так, все хотят посмотреть видео? Или продолжим презентацию? Видео будем смотреть? Поставьте плюсики. Будем, Олег говорит. Хорошо. Так, давайте посмотрим. Да. Доклад из Центра сертификации и тестирования Skyway. Как дела обстоят в Ближневосточном регионе, нам расскажет исполнительный директор компании Skyway Олег Зарецкий. Я исполнительный директор компании Skyway GreenTech. И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома Центра сертификации и тестирования Skyway. Весь Центр сертификации и тестирования перед вами. Вы можете видеть завершенную первую линию. У
установленные промежуточные опоры второй линии. Работы, которые ведутся по завершению инфраструктуры. Дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и протестированы уже. И что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии, которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи и высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шарджи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта. Потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. Первой линии. Здесь все закончено. Произведена покраска. Снаружи. Внутри вы видите элементы анкерной опоры. Здесь все закончено. И в принципе все готово к процедуре тестирования и сертификации Skyway Transport. Это Unicar. Он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе 4 мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротормозов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Unicar — это транспортное средство Skyway, которое будет двигаться на первой линии. Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда. Промежуточные опоры. И далее вторая анкерная опора, куда мы сейчас и проследуем. Мы находимся на второй анкерной опоре первой линии, и эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway. Можно увидеть высокую платформу для Unicar, низкую платформу для Unimus, и в целом данная анкерная опора тоже готова к процедуре сертификации и тестирования. Что не очень важно, потому что элементы транспортной системы включают также и оборудование станции, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров из транспортное средство и из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. Вторая линия — трасса длиной 2 километра. Сейчас находимся на строительстве четвертой линии, которая пойдет в этом направлении. Если увидите, там в отдалении идут работы
экскаваторные по фундаменту анкерной опоры четвертой линии. И здесь по этой линии идут работы по строительству 8 анкерных промежуточных опор. Соответственно, для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний «Шарджи» «Альферхактибирь», которая гарантирует строительство и завершение четвертой линии в установленные сроки. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей. Такие вот интересные кадры были показаны на ЭКО-фесте, который проходил онлайн в октябре. Так что нас это очень порадовало. Потому что то, что происходит здесь в Беларуси, мы просто знаем, видим. А вот то, что происходит там, немножко оно такое как бы под закрытым занавесом. Вот, и поэтому было очень приятно посмотреть, что же там происходит, на какой стадии. Вот, это не может. Концепция транспорта нового поколения – это одна из разработок Эдуарда Шевицкого. Второе направление, которое он вместе с данной концепцией поставляет, это концепция новых эко-домов, так как люди, соответственно, перемещаются со скоростью 500 км в час, могут позволить себе жить не в городе, в тесных коробках, а могут позволить себе жить где-то далеко за городом и, соответственно, добираться туда, куда ему нужно. Если транспорт будет двигаться 500 км в час, мы можем жить где-то там на Припяти, а ездить на работу в Минск, например, преодолевать расстояние за 30 минут. Концепция эко-домов тоже очень интересная у него такое. Но об этом не эта лекция, но в принципе на этой картинке можно посмотреть, какие могут быть города будущего с использованием данного вида транспорта. Здесь видно, если смотреть, многофункциональные башни станции, которые и будут являться анкерными опорами с одной стороны, с другой стороны там могут находиться какие-то офисные помещения, могут быть находиться рестораны, кинотеатры, то есть такие центры, бизнес-центры современные. То есть данные бизнес-центры будут находиться на расстоянии 2-3 километров друг от друга. Соответственно, это будет удобно для людей, которые будут жить вокруг, попадать в данные бизнес-центры хоть пешком. И помимо у него функций бизнес-центров, они будут являться станциями, на которых будет осуществляться посадка и высадка из нового вида транспорта. А вокруг это красивые экологичные дома, чистой плодородной почвой, зелеными крышами и так далее, и так далее. Вот такая вот концепция линии городов, кстати, она была удостоена дважды удостоена грантами Организации Объединенных Наций. Кстати, немаловажно. Дважды Организация Объединенных Наций, ООН, поощрила на развитие данной концепции. И таким образом, выстраивая сеть дорог, можно покрыть всю планету. Это будет формируется такая единая сеть Transnet. Плохо. Так, раз, два, три. Как слышно? Да, давайте я попробую. Раз. Раз, два, три. Отлично. Наверное, где-то здесь проводочек завалился. Спасибо, что сказали. Сеть дорог Transnet, то есть как у нас сейчас на планете есть сеть интернет, это каналы передачи данных, точно так же можно выстроить сеть Transnet, то есть это будут каналы передачи, можно сказать, людей и грузов. И данная сеть Transnet, можно покрыть всю планету, и буквально даже беря в руки там смартфон, нажимая на кнопочку там, допустим, Сыктывкар, да, и все, и нас транспортное средство повезло
само автоматически туда, куда надо. Там, или Нью-Йорк. Нажали, и нас транспортное средство отвезло в Нью-Йорк. Или Буэнос-Айрес. Нажимаем, и нас повезло туда. И, ну, это как вот сегодня действует интернет. Мы вбиваем в браузере адрес сайта, и нам открывает любой сайт с любой точки планеты. Точно так же мы будем перемещаться на Skyway в любую точку планеты просто по нажатию кнопочки на смартфоне. Таким образом, можно построить, ну, потенциал, в принципе, технологии до 50 миллионов километров дорог. То есть это очень-очень-очень большой потенциал. И, в принципе, 21 век, он может ознаменоваться именно веком строительства этих дорог и перехода людей на экологичный вид транспорта, эффективный, и который соединит, в принципе, всех вот в единую такую семью, можно сказать. То есть и родные ближе, и путешествия без границ, и полная безопасность пути. Вот, и это линейные города, чистые планеты. Ну и очень у нас один из наших лозунгов – это «Строй Skyway, спасай планету». Он пришел не откуда-то из воздуха, а это вполне понятная, объяснимая концепция и цель. Это было, что касается самой технологии как таковой. Технология, она, как я уже говорил, свое начало имеет 77-78 годов. Вот, и на текущий момент мы находимся уже на 15-м, это почти на 15-м этапе, конец 14-го. То есть, в принципе, если сравнить со строительством многоэтажного здания, то мы сейчас находимся на 14-м этаже, и нам осталось буквально построить один этажик. И данные, ну, можно сказать, данные работы будут завершены по строительству вот данного концепта. То есть уже есть городские решения, уже есть легкие, и нам сейчас необходимо достроить высокоскоростную трассу, вот, и трассу для контейнеров. То есть, собственно, вот это и будет 15-й этап. Так как любой стартап, он, с одной стороны, имеет технологию, то есть инженерную работу, то любой стартап имеет и вторую сторону медали, это финансовая часть. И так как инженерам нужно платить зарплаты, необходимо покупать бетон, то все что угодно, любые материалы. Есть инвесторы, которые все это финансируют. Так вот, данный проект, он финансируется простыми людьми, со всей планеты, то есть люди понимают важность данного транспорта, в любой точке планеты есть транспортные проблемы, и люди хотят их помочь решить. И через специальную платформу люди заходят в данную технологию и поддерживают ее финансовыми своими какими-то вливаниями. Взамен каждый человек, который профинансировал данную технологию, получает свою маленькую долечку, долю, там, или долю, ну, в зависимости от суммы, которую он входит, там $100, $200, там $10,000 или $100,000. Каждый смотрит на свои возможности, вот, и пропорционально этому получает свою долю в данной технологии. Естественно, когда технология выходит на рынок, когда будут строиться дороги между там Москвой, Минском, между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, где-то там в Индии, ну, в общем-то, в Бразилии и так далее, инвестор будет получать процент от данного проекта, то есть он будет соинвестором, и он будет получать, в общем-то, все плоды, которые, ну, приносит за собой любая инвестиционная идея. Есть интересный пакет, называется Faces of the Future. Кстати, можем посмотреть тоже небольшое видео по поводу этого, как это будет выглядеть. Тоже интересный есть ролик. Сейчас посмотрим. Так, включаем. Как это будет все выглядеть? Наши инвесторы.
такой вот, ну, музей. Почему музей? Потому как я уже сказал, история струнного транспорта насчитывает и длится с 77 года, поэтому было очень много и подарков, и каких-то знаменательных событий, медалей, там, наград и прочего. Все это хранится в музее, как часть истории. Вот. И те инвесторы, которые поддерживают данный проект, они в том числе также будут в этом музее, их имена будут запечатлены. Вот. И, ну, это приятно, в принципе, и каждому человеку. И, ну, это такое, как бы, потом будет чем похвастаться перед детьми и внуками. Вот. Ну, учитывая глобальность проекта, его масштабы, то, ну, я думаю, что, я уверен, что это все так и будет. Вот. Ну, и пару слов, почему уже все-таки люди поддерживают данную технологию. То есть, ну, с одной стороны, мы имеем транспортную технологию, которая решает наши все ежедневные проблемы, а с другой стороны, мы вкладываем в стартап, который потом нам принесет какую-то выгоду. Вот. Так вот, при успешной его реализации. Ну, и первый пункт, естественно, это выгодное вложение финансов, потому как приобретаются доли в данном стартапе с огромной скидкой. То есть, то, что оценено специалистами там, в $1 минимум, сейчас инвесторам предлагается по цене там 1, 2, 3 цента. То есть это то, что стоит доллар, покупается за сотни раз дешевле своего номинала. Поэтому это раз, это выгодное вложение финансов. Второе, это пожизненные дивиденды. Как я уже сказал, что с каждого реализованного компанией адресного проекта, будь то Южная Америка или Северная Америка или Европа, инвестор будет получать прибыль пропорциональную количеству долей, которых имеет. Поэтому у нас очень многие инвесторы запасаются долями впрок, то есть чтобы это было, ну, так как это потенциал очень большой, запасаются долями, они планируют свою пенсию, они планируют что-то передать там, по наследству детям и внукам, вот в последнем пункте здесь указано. Вот. Помимо пожизненных дивидендов, также это юридическая защита, то есть все доли находятся в одной британской юрисдикции. Это не где-то там в Беларуси, либо где-то там в России, где могут там что-то отжать каким-то образом, а находится в британской юрисдикции с многовековой историей, в специальных реестрах, под защитой, и все это находится в надежном месте. Также еще один пункт – это интеллектуальная собственность. То есть все, что мы сегодня видели, все эти наработки, это все группа компаний Skyway, она владеет исключительным правом на технологию струнного транспорта. И данная институциональная собственность, она оценена порядка $400 миллиардов. Иногда говорят, ну, вы что, то есть вы что, там, крупнее Гугла там, или крупнее там еще кого-то, там, 400 миллиардов, откуда такая цифра вообще взялась? Так вот, цифра, это оценка, потенциала данной компании. Сейчас, естественно, она стоит дешевле. Допустим, если сейчас доли реализуются по цене 1 к 100, дисконт 1 к 100, то мы 400 миллиардов делим на 100, и мы получаем, что текущая оценка компании, ну, более реальная к сегодняшнему моменту, это $4 миллиарда. То есть не 400, а 4 – это ее реальная оценочная стоимость, а 400 – это ее потенциал. Потенциал, с которым она выйдет там, на IPO и будет в дальнейшем развиваться. Вот. Совладение мировой корпорацией. Приобретали доли компании, вы становитесь одним из совладельцев потенциально крупнейшего мирового транспортного холдинга 21 века. Ну, и тут можно привести в примеры компанию Ford там, или Boeing, то есть это транспортная компания, Mercedes. То есть те компании, которые уже чего-то за собой закрепили рынок, там Boeing, ну вот Boeing возьмем, да, то есть крупнейшая компания по строительству самолетов. То есть сейчас каждый инвестор, который входит в долю в данном стартапе, он по сути становится совладельцем потенциально крупнейшего мирового транспортного холдинга 21 века. Ну, естественно, наследие детям и внукам, так как транспортная тема, она далеко играющая, то это, ну, хорошее наследство детям и внукам. Есть много, кстати, примеров, допустим, с той же там американской железной дороги, там, когда покупали акции давным-давно еще американские наши дедушки, прадедушки, вот, и внуки пользовались плодами данных вложений, там, или Панамский канал, к примеру, строили его там 150 лет назад, а внуки до сих пор получают дивиденды. Вот поэтому, ну, это вот такая вот история. Ну и про Экофест мы немножко посмотрели включение из Шаржи, это 23 числа. Экофест вообще это событие, на которое бывает у нас ежегодно, куда приезжают инвесторы со всего мира,
Население Марьиной Горки у нас 20 тысяч человек. Так вот, в этот день, когда проходит Акафест, население Марьиной Горки увеличивается ровно на четверть. То есть 5 тысяч человек приезжает с Австралии, с Новой Зеландии, с Соединенных Штатов Америки. То есть отовсюду приезжают, чтобы посмотреть на результаты вложений, их вложений и результаты деятельности Анатолия Дарьевича Юницкого и его команды инженеров, которые находятся сейчас в Минске, в поте лица, работают на нас, создают, можно сказать, будущее. Это что касается презентации. Так, мы уложились с вами в 47 минут. Какие, может быть, есть вопросы? Вот, если есть вопросы, пишите. Запись у нас делается. Вот, надеюсь, мы к ней доступ сможем получить. Так. Если вопросов нету, тогда мы можем перейти либо к отзывам, либо к юридической схеме. Давайте, наверное, я еще сейчас расскажу про юридическую схему, чтобы уже закрыть мой монолог, вот, а потом немножко, может быть, пообщаемся уже с вами в вот таком онлайн-режиме. Да, Мария, да, спасибо. Давайте посмотрим юридическую схему. Очень много бывает вопросов по юридической схеме. То есть иногда говорят, что там слишком сложно, иногда говорят, что там непонятно. Вот эта схема конкретно сегодня мною взята из кабинета, из инвестиционного меморандума. То есть каждый инвестор, который приходит сюда, он приходит не просто там где-то сайт в интернете и что-то там куда-то кладет деньги. То есть он инвестирует по конкретной понятной схеме в данную технологию. Вот. Ну и здесь вот мы можем рассмотреть по квадратикам, кто и что за что отвечает. Ну, начнем, наверное, с вот этот Global Transport Investment, прямоугольничек, который находится, синий прямоугольничек внизу, по центру. Это самая главная, в принципе, основная материнская компания Global Transport Investment, в которой находятся все вот эти 400 миллиардов, про которые мы говорили, все 400 миллиардов долей находятся вот именно в Global Transport Investment. Это та компания, которая является материнской, с которой работают крупные инвесторы. То есть это самая, можно сказать, основная компания. Вот от нее уже идут ответвления. То есть есть компания, которая защищает интересы инвесторов. Есть компания, которая защищает интересы Анатолия Дарьевича Юницкого, вот Юницкий Corporation. И есть компания, которая непосредственно инженерная, наши кадры. Вот снизу Skyway Technologies Company, это наши инженеры, которые находятся в Минске. То есть, ну, в принципе, схема делится на такие вот четыре пласта. То есть компания с инженерами, компания, которая защищает непосредственно интересы Юницкого, Юницкий Corporation, и вот эти вот ERSS холдинги, которые отвечают за интересы частных инвесторов. И все это объединяется в один большой такой вот холдинг Global Transport Investments. В определенных долях. То есть, ну, тут доля тоже, доли все расписаны. Вот, поэтому они со временем меняются. То есть эта схема, она живая. Вот, входят разные там крупные, либо средние, либо мелкие инвесторы. Поэтому схема тут в процентное отношение, но может со временем меняться. Но принцип такой. То есть какие, может быть, вопросы есть по этой схеме? Все подробности тоже можно почитать в инвестиционном меморандуме. Описана каждая компания очень подробно, вот, какие зоны ответственности. Поэтому все довольно просто. Задавайте вопросы, если есть. Вот, ну и, наверное, перейдем к каким-то вашим отзывам. Кто хочет что-нибудь сказать, может быть? Так, ставьте плюсики, активнее, активнее, активнее. Так, давай тогда, Олег, начнем с тебя. Где у нас тут Олег? Есть Олег? Олега нет. Так, нет, Наталья Иванова, Антонина. А может, Наталье Ивановой дать слово? Так, все молчат. Олег.
Давайте попросим, планируется ли в Беларуси строительство действующих дорог? Да, Мария, спасибо за вопрос. Естественно, планируется. И в Беларуси уже первая дорога будет строиться в крестьянском фермерском хозяйстве Анатолия Дорожча Юницкого. То есть у нас под Мариной Горкой есть две площадки. Первая – это экотехнопарк, в котором отрабатываются, тестируются все виды подвижного состава. А есть рядышком фермерское хозяйство. Это отдельное юридическое лицо, в котором Анатолий Дорожча Юницкий хочет построить легкую трассу. Вот, кстати, ее этот Unilight, он вот здесь у нас представлен. Он будет длиной всего лишь 1,5 километра, но это легкая и действующая трасса. Вот видите, ваша удачная рыбалка. Легкая трасса, которая будет действовать, которая будет возить рыбаков, там, ну, какое-то расстояние 1,5 километра, но она будет вполне демонстрировать возможности данного транспорта. Потому что бывает, часто спрашивают, а как проехать, а как попасть? Ну, я объясняю, что ну, в экотехнопарк никак не попадешь, потому что это закрытая территория, там, можно сказать, стройка. То в крестьянско-фермерском хозяйстве будет действующая вот такая трасса. И вот Анатолий Дорожча-Юницкий сказал, что она будет даже готова, насколько я понял, уже в следующем году, наверное, где-то ближе к лету. Вот, так что, да, вот первая трасса уже будет готова. Вот. Ну, а где первая трасса, там уже и вторая, и третья, то есть это уже будет такое дело техники. Учитывая, что данная, в принципе, технология, она довольно быстро возводимая, вот, и недорогая в своем строительстве, то у нас может очень быстро, как грибы, могут они пойти, эти дороги, и в Беларуси, и в России, и где-то в Эмиратах и так далее. Так, еще давайте вопросы, если есть. По неофициальным, так, планируется, Наталья Иванова спрашивает. Часто инвесторы спрашивают, кто именно защищает интересы инвестора. Кто именно защищает интересы инвесторов? SkyWorld Community защищает интересы инвесторов. То есть та площадка, которая является, по сути, посредником между компанией и в лице Анатолия Дорожча Юницкого и людьми, которые инвестируют. То есть Владимир Маслов, в частности, SkyWorld Community. То есть это вот та структура юридическая, которая она отвечает, защищает интересы инвесторов. По неофициальным данным, ждем серьезных новостей в декабре. Можете сказать об этом что-то? Ну, я думаю, что раз в декабре нас ожидают эти новости, то лучше, наверное, подождать декабря. Вот, и в декабре все узнаем. Серьезные новости в декабре. Ну, кое-что я знаю, что будет в декабре, ну, предполагаю. То есть, ну, пока, наверное, не стоит об этом говорить. Вот поживем, увидим, потому что сейчас у нас время пандемии, все меняется, все сдвигается, вот поэтому могут быть разные варианты событий. Так, СВЦ где зарегистрирован? Наталья, открываем инвест-меморандум, вот, и все там смотрим, кто где зарегистрирован, все это там можно посмотреть. Насколько я помню, это острова, то ли Сейшельские, то ли, ну, то есть надо смотреть, сейчас не так не помню сходу. SkyWorld Community, да. То ли Винсент, то ли Сейшелы, то есть где-то там. Так, Наталья, думаю, что надо дать вам слово. Давайте мы вас сделаем сейчас роль ведущего. Включайте вашу камеру. Скажите нам пару слов, почему вот вы стали поддерживать данный проект. Так, ну здесь в Мирополисе не очень удобно включать, давать кому-то слово, но попробуйте. Если получится. Так. Спикер. Далее Иванова роль спикера. Нету.
Там можно включить микрофончик, включить камеру и можно что-то сказать. Вот. Но если не получается, ну, значит, ну, попробуйте. Еще какие вопросы, может быть, есть? О, Наталья, браво. Всем добрый день. Да, добрый. Слышно хорошо, видно хорошо. Наталья, ну, скажите нам пару слов. Я не знаю, меня слышно или нет. Да. Кто-нибудь сможет сказать? Слышно, да. А, спасибо большое. Поделитесь вашими впечатлениями. Ну, я, конечно, не готовилась вообще никаким образом выступать и отвечать. Совершенно выбрала случайно время. Очень хотелось послушать Алексея. Что могу сказать? Ну, могу сказать, что я рада, что узнала об этой компании, об этом проекте. Рада, что узнала о инвестиционном фонде Skyward Community. И, конечно же, сразу захотела быть инвестором, сразу выбрала пакет, который как раз вышел по очень хорошему предложению. Вот. И, конечно, совсем не собиралась здесь работать и приглашать инвесторов. Но когда такое поступило предложение от Олега Тарасова, от Алексея Наумовича, использовать мои знания испанского языка и выйти на испанский рынок, ну, не в Испании, а в Латинской Америке, то такое предложение оказалось. Но сейчас у нас уже в Аргентине работает. В Мексике проект принимают очень хорошо, очень мало в Латинской Америке знают об этом, можно сказать, вообще никто не знает. И очень сильно удивляются, почему такой интересный проект до сих пор так хорошо не анонсирован, как хотелось бы, да. Ну, вот этим сейчас занимаемся мы, разговариваем с заинтересованными людьми, кто интересуется, кто откликается на публикации, и вот потихонечку начинает расти армия инвесторов Латинской Америки. Если честно, вот прям даже так неожиданно, как они хорошо реагируют на такую миссию компании, вернее, миссию проекта. И все спрашивают, неужели это когда-то придет на наш континент и тоже здесь это все будет строиться. Вот. Есть люди, которые загораются и заинтересовываются сразу же, потому что, ну, видимо, они такие экологисты, да. Им очень это импонирует, что есть такое, что кто-то вообще так сильно хочет изменить экологию на нашей планете. Вот. Ну, а кто-то, конечно, понимает выгоду инвестиций в этот проект. И вот мы над этим работаем, стараемся нести в массу Латинской Америки наш проект, общий проект, потому что мы все уже здесь и неразрывно связаны с Skyway'ем. Вот как-то так. Не знаю, может быть, кто-то что-то спросить хочет тоже. Спасибо, Наталья. Вот, рад был вас увидеть. Тишина. Никто не хочет. Ну да, ну у нас пока у нас, видите, мы сейчас вливаемся в такой рабочий режим. Спасибо Алексею, он всегда очень интересно рассказывает, очень точно отвечает на вопросы, всегда от него такое спокойствие и уверенность об этом проекте.
Первые знания, конечно, я получила от моего родственника Алексея Тарасова и от Алексея Наумовича. И вообще сначала я думала, что Алексей не Наумович, а Алексей Наумович. Думаю, ну какой важный человек, по имени-отчеству надо к нему обращаться. Вот. А он оказался очень скромным, но очень-очень преданным Skyway'ю. Да, да. Я так думаю, что я, наверное, уже все сказала и слишком много болтаю. Ребята, отключайте меня или что-нибудь спрашивайте. Ну, спасибо, Наталья, да, за включение. Было очень приятно услышать вас из Испании, Испания, Барселона. Вот, и если кто-то хочет еще кто-то что-то сказать, ну, давайте поставьте плюсик. Вот, что слышно по скоростной, может, я пропустила, так как позже заскочила на вебинар. Скоростная, сейчас скоростная решается, где будет строить, потому что изначально хотели строить ее в Объединенных Арабских Эмиратах, но так как там все в разы дороже, то есть, ну, где-то в три раза все дороже, ну, по ценнику, то есть и тяжелее. Получается, что команда вся находится в Минске, вот, и чтобы строить такой сложный проект там, это, ну, и материально, и по трудозатратам намного тяжелее. Поэтому сейчас рассматривается вариант стройки в Беларуси, то есть это как продолжение уже действующей трассы, ну, либо рядышком, то есть просто вдоль дороги, которая идет там из Мариной Горки туда дальше, в сторону Пуховичей. Вот, поэтому вариант есть такой, что в Беларуси будет выделен участок 22 километра, и на нем построим мы 500-километровую трассу. Вот, ну, об этом будет, естественно, сообщено. Так, ну что, надо, наверное, закругляться. Если кто-то хочет сказать нам на пасашок что-то, то ставьте плюсик. Олег или кто-то еще, добавляйтесь или, ну, сообщите об этом. Вот, если нет, ну, тогда будем уже потихонечку закругляться. Мы как раз вложились с вами в час. Вот. Я сейчас еще, наверное, поставлю какое-нибудь видео нам на конец. Вот. Ну, вопросов, вижу, нету. Желающих выступить пока тоже, видимо, нету. Ну, давайте, до встречи у нас ровно через неделю. Ровно через неделю, в среду в 20:00. У нас сегодня было 12 человек, потихонечку, 13 даже. Потихонечку, да, Мария, нужно больше звать новичков на такие встречи. Зовите новичков. Мария Пашкова из Гродно, наш лидер, тоже большой. Вот, так что, Мария, да, приглашайте новичков. Будем раскачивать вторую волну. Да, Николай, буду тоже рад видеть активность ото всех. То есть белорусы. То есть это вебинар для белорусов, но, в принципе, может приходить кто угодно. Да, Виктор тоже. Елена, благодарю вас за ваше время. Да, Олег, Наталья. Благодарю вас за ваше время. Ну, ставлю напоследочек ролик. Вот. И, в принципе, мы тогда с вами будем прощаться. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест о проекте Skyway в домашнем формате. Смотрите сегодня выпуски. Как в этом году прошла главная презентация струнных технологий? Мы опубликовали пересказ выступления Анатолия Юницкого на Экофесте 2020. Текущие условия инвестиционных предложений Step Up 2021 и Faces of the Future продлены до 30 ноября. Остановимся на этих событиях более подробно. Главной новостью октября стал Экофест 2020. В этом году ежегодная презентация струнных технологий прошла полностью в режиме онлайн и собрала более 28 тысяч зрителей по всему миру. По традиции на Экофесте выступил автор технологии Skyway Анатолий Юницкий. Из доклада генерального конструктора мы узнали о строительстве 7-й трассы в экотехнопарке, испытаниях подвижной части нового Юнибуса и развитии самой легкой путевой структуры Юнилайта.
Другой важной частью Экофеста стал отчет из инновационного центра SkyWay в Шардже. Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах завершена отделка анкерных опор для трассы в 400 метров и идет закладка фундамента новой трассы с пролетами на 288 метров. Также на Экофесте показали презентацию голографического стенда в музее в Экотехнопарке. Напомним, получить голограмму на этом стенде можно с помощью инвестиционного предложения Faces of the Future. В конце Экофеста Анатолий Юницкий ответил на вопросы инвесторов о сертификации транспорта для Объединенных Арабских Эмиратов, переходе на следующий этап развития, франшизе экодомов и многом другом. Если вы не смогли посетить прямую трансляцию, посмотрите Экофест 2020 в записи. Ссылка в описании. Продолжаем тему Экофеста. Мы опубликовали на нашем сайте пересказ выступления Анатолия Юницкого с ежегодной презентацией SkyWay. В своем выступлении изобретатель струнных технологий рассказал о проделанной работе в прошлом году и поделился планами компании на будущее. В нашем пересказе вы найдете ответы на главный вопрос о технологии SkyWay. Почему было приостановлено строительство тяжелой трассы в Объединенных Арабских Эмиратах? Какие модели SkyWay готовятся к реализации в 2020 году? Зачем в Экотехнопарке строят еще одну трассу и многое другое? Обязательно прочитайте пересказ выступления, чтобы быть в курсе главных достижений проекта за прошедший год. Ссылка на текст в описании под видео. Экофест 2020 уже закончился, но чтобы сохранить ощущение праздника, руководство проекта SkyWay продлевает условия инвестиционных предложений Step Up 2021 и Faces of the Future до 30 ноября 23 часов 55 минут по московскому времени. Таким образом, до 30 ноября вы можете воспользоваться предложением Step Up 2021 с дисконтами 1:40 и 1:80 в рассрочку или единовременной инвестиции. Также в ноябре продолжают действовать текущие условия для предложения Faces of the Future, с которым вы можете инвестировать с дисконтом 1:100 и получить свою голограмму в Экотехнопарке. Подробные условия для предложения Step Up 2021 и Faces of the Future в описании под видео. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски видеодайджеста. До встречи! К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил SkyWay. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду SkyWay до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель SkyWay позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения
и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. What caught visitors' attention impressively was a vehicle from the next generation we have never seen before. What is it? Let's have a look closer. This is an innovative transport vehicle made in Belarus, designed to reach speeds of up to 500 km/h. We're in the Republic of Belarus, on a farm just outside the city of Minsk, where scientists are literally hurling towards the future by developing a way of flying on the ground. It's either a cable car or a light rail metro. The Skyway is a revolutionary way of transportation. Сейчас четвертое место. Инженеры из Белоруссии предложили оригинальный вариант транспорта для инвалидов. Это же положено в 21 веке, машина имеет полностью электрический привод. Expert at a seminar in Lagos said Nigeria needs about $5 billion to reinvigorate the sector with Skyway technologies that has become the toast in developed economies. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Et nous parlons de transport à présent. Le trajet Abidjan-Korogon en une heure est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au projet Unibus dénommé Skyway. अब मेट्रो ट्रेन सर्विस हुई पुरानी क्योंकि दुबई में आ रहा है नया शाहकार मुसाफिरों की सहूलत के लिए तैयार की जा रही है स्काईपोर्ट जिसके जरिए मुसाफिर तेज तरीन सफर कर सकेंगे दुबई से हाफिज जाहिद अली के two models of these sky pods a new mobility system that's currently being tested by the Road and Transport Authority Sheikh Mohammed inspected these sky pods on the sidelines of the summit in the presence of the Dubai Crown Prince Транспорт будущего испытывают в Беларуси. Пассажиры передвигаются в кабинах по натянутым канатным трассам. Вот так, по мнению разработчиков, выглядит городской транспорт ближайшего будущего. Никакого передвижения по земле, только по воздуху. Дубаил драйвер рахита скайпордс галеттуну. UAE вайс-президентум преданамандриюмая шейк Мухаммад бин Рашид Аль Мактуму. February this year. The string transport was presented at the World Government Summit in Dubai. And the summit will represent the new type of transport that is called Skyway. إذن دبي على موعد مع نظام مستقبلي للنقل وحدات دبي معلقة نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي يمتاز عن وسائل النقل الأخرى ذات الساعة نفسها باستخدام una oportunidad para que cambie su vida económicamente y la de muchos peruanos. Yo creo que se van a sumar a este gran proyecto. During his visit, the Dubai ruler was briefed on the SkyPods transit system project as well. Being developed by RTA and Skyway Green Tech Company, Dubai SkyPods transit system will feature tracks spanning 15 kilometers. Под Минском в экотехнопарке. Круглый год здесь проводят испытания новых транспортных технологий. Здесь же прошел четвертый экофест. Ежегодно его проводит компания «Струнные технологии». Она занимается развитием технологии Skyway, транспорта, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Skyway Green Tech. وتعد إحدى مبادرات الهيئة لمستقبل التنقل في الإمارة. Raja Research Technology and Innovation Park, which is SRTI Park, is working on the hanging track transport system called the Skyway Project, which is being developed by Skyway Technologies. പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവുമായി ഷാർജയിൽ സ്കൈവേ പദ്ധതി.
യു എ സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷാർജ റിസർച്ച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പാർക്കിലായിരുന്നു സ്കൈവേയുടെ പരീക്ഷണ യോഗം. تذكروا أول لقاء مع صاحب السمو حينها تلقينا دعما كبيرا يحتضن واحدا من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية والتطبيقية. كما تابع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته جانبا من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات، حيث استمع سموه إلى شرح واف من مشرفي ومسؤولي. The SRTI Park's hanging track transport system, the Skyway project, has completed 80% of phase 1 and has begun phase 2 of development. أنشأت مجموعة Skyway أولى مشاريع على أرضنا العربية